Четвертый способ охлаждения баночки пива в летнюю жару. Этот способ не менее оригинален, чем охлаждение пива с помощью акваланга. Мы можем охладить банку пива с помощью пистолета. Конечно, это не огнестрельное оружие, это пневмат. И в нем есть газовый баллон. Именно с помощью него мы можем охладить банку пива. Для этого нам надо извлечь газовый баллон из рукоятки пистолета. Отпустив вот этот болт, и направить газовую струю на нашу банку пива. Будьте осторожны, не забудьте предварительно разрядить пистолет, иначе вы можете получить травму, вместо того, чтобы наслаждаться прохладным пивом. Этот способ охлаждения баночки пива всем хорош, но рекомендовать его я не буду, ибо вот эти баллончики не являются перезаправляемыми, и извлекать их под высоким давлением достаточно сложно. Но как способ охладить баночку пива в летнюю жару, пистолет вполне годится. Хотя он может не только охлаждать банки пива, а и стрелять по ним.